Добрый день, друзья! Сегодня вас ожидает захватывающее видео охоты на зайца. Стрельба будет ограничена как временем, так и местностью. И отличие от моих обычных видео, это приличное количество выстрелов. Надеюсь, ролик вам понравится. Приятного просмотра! И как уже не один раз было мной подмечено, что практически каждая охота, каждый выход всегда получается трудовой. Нет, как ранее, нескольких поднятых зайцев. Практически всегда один единственный. И эта охота не будет исключением. Поэтому не буду затягивать ролик. Мало кому понравится просто шатание по угодьям. Ну, если какие интересные моменты случаются, я всегда их вам показываю. Курица синяя. Дай. Дай, Сара. Молодец, пошли. Фазана в этом году прилично много, и собачка оттачивает свои навыки при каждом удобном случае. Собака, увлеченная фазанами, ушла более чем на 100 метров вперед. Ну и, как вы понимаете, не за горами встреча с косым. Ну и для начала, чтобы было понятно, покажу в замедленной записи подъем зайца. Но не тут-то было. Возьми, возьми, вперед, 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 вперед. Вперед, Зара. Вперед. Взял, взял тут, Зуску, Зара, взял, сказал, все, ну и, как говорится, памятные фото, привал, дабы выпить горячего чая и переосмыслить, что только что произошло. Все у нас получилось, трудовая охота. Зайчик добыт, и нам оставалось только дойти к машине. Всем удачи и пока, и ни пуха, ни пера. До новых встреч, друзья. Пока-пока.